हाथ। Потому что ее надо держать ритм, на котором мы танцуем. Это совершенно другой рассказ. Мне кое-что было так, и хар куплет смотрели, а мне бы дети, хар куплет, мне апку дикрам. Паранама. Hey!
совершенно для меня это так трудно. Она танцует то, что я всю жизнь первый раз слышу. Но мы играем хорошо. Заметно, что я ошибаюсь. Да. Ну, где я не понимаю, я просто... И она продолжает, и я потом хватаю. Так раньше было. Это... कितने साल पहले इस तरह से म्यूजिशियन मिला करते थे? एकदम अचानक से. Это случайно так, как было, это мне страшно. Он долго не джансу прыгает. Всего два дня мы друг друга знаем, никогда не сюда так, только экзамен. Тино ки. Thank you.
когда защищали диплом, там еще устный был. Они часто танцевали там и полчаса только на сцене. И там, когда девушки показывали гатапхау, это особенная композиция, когда через танцы, жестами, мимиками показывает целую историю, где один человек показывает несколько характеров, 4-5 разных. И когда танцевали наши девушки, она говорит, как-то вы очень коротенько танцуете, подробно танцуете каждый. То вот это мы тоже просим какой-нибудь рассказ. Ну, а Мария сразу говорит, большой. То сейчас, большой. Она будет показывать, как Кришна украл масло, кушает, и ее мама наказывает. Маханчори. Кришна джи. Маленький Кришна. Махан बहुत पसंद करते हैं. Он любил масло кушать. Вообще-то он кушает, но लेकिन चोरी से खा के उनको ज्यादा मजा. Вот так то у него было всегда очень много дома, но украсть, ворваться это еще интереснее. Чужое масло. एक बार माँ यशोदा ने माखन निकाला, उसको रख दिया, वो चुपके से आए और उसको पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, नहीं पहुँच पा रहे थे। один день ее мама готовила масло, настоящее масло, и поставила вверх, где он не мог достать. И он прошел, пытался, но не получилось. तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया। Он пригласил свои друзья. उनके चाय. На их спина они делали большой, вот это, друг на друг стояли, и вверх, он прошел вверх и забрал это кувшин. И кушал. А Яшода пришла, мама Яшода. И наказала хорошенько. Вот это, маленький рассказ. Thank you.
से совершаю свои поступления с одной тумбой. Спасибо. 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 Так я она не ждала, что она может в России живой танцевать без практика. Мы совершенно даже дома не репетировали. Это, вы свидетель, правда? Что вы видели, это не чудо. Браво, браво.